Здравствуйте. На Ахтубинском канале «Время новостей», в студии Татьяна Фомина. И вот некоторые темы выпуска. Наболевшие проблемы и деловые предложения. Глава региона Игорь Бабушкин встретился с жителями Знаменска. В Рио губернатора побывал на социальных объектах, ознакомился с реализацией государственных программ. К 1 сентября школы готовы, а вот школьники еще готовятся. Приобретают портфели и учебные принадлежности, качество которых контролирует Роспотребнадзор. Претензии принимаются по телефону горячей линии. Бесплатный вход в кинозал и целая ночь любимых фильмов. Ахтубинцы присоединились к акции «Ночь кино» в преддверии Дня российского кино, который в стране отметят завтра, 27 августа. На минувшей неделе временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин с рабочей поездкой побывал в городе Знаменске. Встретился с местными жителями, а также с военнослужащими полигона Капустин-Яр. И об этом наш первый сюжет. День и сам по себе был праздничным. В стране воздавали почести государственному флагу России. Однако принимать поздравления столь торжественно, к тому же от главы региона, для военнослужащих полигона Капустин-Яр стало настоящим событием. Сегодня, 22 августа, отмечается День флага Российской Федерации. И вы, офицеры, состоявшиеся офицеры, для вас такое значение, как флаг и символ побед России во всех существующих конфликтах и защиты Родины, это не пустой звук. Мы очень гордимся тем, что на территории Астраханской области у нас располагаются такие значимые и важные воинские подразделения. Ну а двоим лейтенантам в Рио губернатора Игорь Бабушкин вручил ключи от новых квартир. Жилье для молодых семей – вопрос первостепенный. Когда налажен быт, служба идет намного легче. Впрочем, и другие вопросы, проблемы в Знаменске будут решаться. Мы обозначены 5 приоритетов, среди которых первое – это повышение уровня социальной сферы. Это повышение уровня качества жизни людей. Для нас самая главная задача сегодня – сделать прорыв в медицине, в образовании, строить школы, детские сады, спортивные залы, залы и сооружения. Проблем накопилось и в том числе в Знаменске, и в этом районе, там, где располагаются наши воинские части. В силу неопределенности между муниципальными властями, полномочиями, которые находятся в ведении Министерства обороны, мы полагаем, что нам эти проблемы все удастся решить. Тем более, что с Министерством обороны у нас достаточно устойчивые связи, и есть понимание, как эти проблемы решать. Встреча прошла в формате диалога. Со стороны военнослужащих прозвучал вопрос о возможностях улучшения жилищных условий многодетных семей. Начальник гарнизонного военного госпиталя предложил дать разрешение его медучреждению предоставлять услуги гражданскому населению, ведь возможности для этого есть. С 2016 года филиал номер 1 14-го военного госпиталя является, имеет организационно-правовую форму бюджетная организация. Федеральное государственное бюджетное учреждение. Население Астраханской области действительно в городской больнице не по всем профилям способно получить медицинскую помощь в полном объеме. Мы готовы эту помощь оказывать, но вот как раз небольшой вот этот момент, связанный с тем, что Минздрав и территориальный фонд обязательно медицинского страхования нам эти объемы не дают. Население по тем же профилям кардиология, например, гастроэнтерология и другие виды не способно просто получать помощь именно в Знаменске. Вот я приглашаю министра исполняющего обязанности посетить военный госпиталь, рассказать, я ему расскажу о своих возможностях. Может быть, вот новое руководство рассмотрит, пересмотрит. Есть возможность предоставления таких услуг, то действительно нужно пересмотреть эту возможность. Другой вопрос, что на территорию Знаменска не все могут попасть, да? Но это организационный вопрос, я считаю, и как его тоже, в принципе, наверное, можно решить. Об организации медицинской помощи главе региона рассказали и сами местные жители. Встреча получилась довольно эмоциональной, и тому было немало причин. Один терапевт на весь город. Не один год. И это уже не один год. Я уже не говорю про тех врачей узкой специализации, которые у нас в городе. Но для того, чтобы сегодня вызвать врача-терапевта, мне пришлось обращаться на телефон горячей линии Минздрава. Диагностики нет, чтобы какой-то диагноз. Чтобы лечить, надо поставить диагноз пациенту. Приходится людям за свои деньги ехать в Омский. То, что вы мне сейчас рассказываете, я этому ничему не удивлен. Потому что я сейчас езжу по всем районам и вижу это катастрофичное положение. Я сменил министра здравоохранения. И вот Федор Викторович, сегодня на нем такая нелегкая вот участь и миссия будет. Нам здравоохранение поднять на новый уровень, с необходимым должен составить программу, определить необходимое финансирование, в том числе на переоборудование и поставку диагностического оборудования, так,
Дальше. Мы сегодня уже по результатам нашей встречи с министром здравоохранения сегодня уже имеем подтвержденную поставку к нам 41 машины скорой помощи, дополнение к нам, для того, чтобы у нас все были районы, все были населенные пункты обеспечены автомобилями скорой помощи. Вчера были в Волгограде, подписали соглашение между комитетом здравоохранения и Министерством здравоохранения Татарской области. Значит, теперь Ахтубинск, Знаменск, непосредственно больные, транспортировка осуществляется, инсульт, инфаркт, тяжелые, розовые, стейшн, высоким. Это непосредственно Волгоградская область. Мы приняли решение, что у вас откроется это ТСМО, критичное сосудистое отделение для больных с нарушением мозгового кровообращения, то есть инсульт. Инсульт – это кардиологическое нарушение. На базе больницы. Среди проблем, обозначенных жителями Знаменска, высокие тарифы на услуги погребения умерших, плохое состояние автомобильных дорог, а еще вопрос детского школьного питания, точнее его финансирования. С 2015 года прекращена дотация из регионального бюджета на питание детей начальных классов. И с 2015 года городской бюджет полностью организацию питания взял на себя. По объему это 14 миллионов рублей. То есть все дети, не только многодетные, не только малообеспеченные, все дети абсолютно получали бесплатно завтрак в каждом общеобразовательном учреждении. Планируются ли дотации из областного бюджета, в каком объеме, на что мы можем рассчитывать в организации питания вот в эти полгода и на остальное время? Спасибо большое за вопрос, он на самом деле очень острый. И звучит везде, помочь и родителям, и помочь в том числе вот муниципалитетам, где организовано. Поэтому мы сейчас очень так точно должны просчитать все. Сейчас проводим инвентаризацию, ревизию бюджета. И в том числе есть на этот предмет есть поручение президента. Поэтому я думаю, что дайте чуть времени, мы с этим вопросом разберемся. Чем живет сегодня Знаменск, главе региона не только рассказали, но и показали. Достопримечательностью в кавычках является дом для детей-сирот. Его строительство необходимо завершить в этом году. В РИА губернатора Игорь Бабушкин дал поручение региональному Минстрою взять объект на особый контроль. Между тем, в Знаменске активно развивают социальную инфраструктуру. В рамках госпрограммы формирования современной городской среды благоустраивается центр города, ведется реставрация фонтанов. В планах строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет включать в себя спортивный зал и двухэтажный административно-бытовой комплекс с раздевалками и душевыми. Также в этом году в городе построят 4 новые спортивные площадки на пришкольных стадионах. То, что и сегодня спортивная жизнь в Знаменске на высоте, говорят такие действующие объекты, как большой центральный стадион и плавательный бассейн. Одной из задач сферы ЖКХ является подготовка к отопительному сезону. На ремонт участка городской теплотрассы из бюджета выделено 10 миллионов рублей. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин познакомился с работой городской больницы, которая постепенно укомплектовывается современным медицинским оборудованием. Работают новые аппараты ЭКГ, УЗИ для детей, а также дефибриллятор, 2 холтера и 2 суточных мониторинга артериального давления. В ближайшее время в учреждение поступит аппарат искусственной вентиляции легких и новый рентгенаппарат. Об этом главе региона рассказал главный врач Дмитрий Жмыхов. Детская поликлиника Знаменска участвует в программе «Бережливая поликлиника». В обязательном порядке мы должны создать для проживающих здесь людей, семей офицеров, и нормальные условия для проживания. Прежде всего, относительно социальной сферы. Мы сегодня были свидетелями того, как обустроена детская поликлиника. На мой взгляд, это образцовая поликлиника, и мы должны стремиться в Астраханской области так решать проблемы с обустройством наших медицинских учреждений. Положенную ему пенсию. Сын участника войны Юрий Тепляков провел серию одиночных пикетов с требованием вернуть пенсионный долг, сумма которого уже превысила 8 миллионов рублей. Обращения в различные инстанции ни к чему не привели. Ситуация сдвинулась после того, как районная администрация взяла проблему под свой контроль. Мы изучили эти все материалы, посмотрели их внимательно. Да, конечно, там много было, скажем так, проблемных вопросов, которые возникали на его пути в решении разрешения этой ситуации. В данный момент все находится у нас под контролем. Значит, этот спор будет разрешен, я думаю, что в ближайшее время военной прокуратурой Каспийской флотилии. Военный прокурор подготовил исковое заявление, в том числе и по нашей инициативе,
подготовил исковое заявление в суд с требованием выплатить задолженность по пенсии военной, которая положена данному ветерану. Проблема была с какого года, значит, вот, ну, по предложениям, которые поступали, скажем, там от военкомата, что мы готовы выплатить эту пенсию за 12 месяцев с момента обращения, вот, военная прокуратура считает, вот, по нашему мнению, значит, вместе с нами считает, что этот срок должен быть, ну, как минимум, с года начала действия федерального закона о пенсиях военнослужащих, то есть с 93-го года. Мы свое такое же предложение, свое мнение вместе с главой района направили военному прокурору, ну, буквально вот сегодня такое обращение туда поступило, а также с просьбой в соответствии с законодательством, с статьей 45 Гражданского процессуального кодекса выступить в интересах данного ветерана в суде с исковым заявлением. Военный прокурор согласился с этим. До 75-летия со дня Великой Победы еще 9 месяцев. Однако завсегдатаи Ахтубинского местного отделения Военно-исторического общества России уже заняты подготовкой к большому торжеству. И об этом в сюжете Владислава Лихваря. На очередном заседании Ахтубинского отделения Российского военно-исторического общества были рассмотрены проекты, выдвинутые на обсуждение еще год назад. Руководители управления культуры, кинофикации Ахтубинского района совместно с директором историко-краеведческого музея и председателем местного военно-исторического общества оформили заявку на участие в конкурсе главы муниципального образования Ахтубинский район на лучший проект среди специалистов учреждений культуры по разработке и внедрению инновационных проектов и идей. Название их проекта – «Калейдоскоп истории. События и люди Ахтубинского района». Направление – сохранение духовного потенциала общества, его культуры, народных традиций, деятельность в сфере краеведения. Стоимость проекта – 261 тысяча рублей. Заявка была подана 12 октября 2018 года. Рассмотрена вышестоящими органами районной и областной власти, принята на утверждение. Коротко о задачах проекта. Он является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Планируется воссоздать утраченные страницы истории, дополнить имеющуюся информацию о развитии Ахтубинского района, рассказать о судьбах людей, причастных к истории малой родины, сохранить их накопленный опыт и передать лучшие историко-культурные и трудовые традиции молодому поколению. На заседании были обсуждены детали претворения проекта в жизнь. Из какого материала, где и как будут установлены информационные щиты, баннеры, их стоимость и, главное, информация, которая будет на них размещена. Для чего это нужно? Жизнь не стоит на месте, сменяются поколения, а вместе с ними нивелируются в исторической памяти события, которыми жили люди, являясь очевидцами, участниками происшедшего. Нередко история переписывается, подтасовываются факты, меняются даты. Чем дальше уходит от нас время тех или иных событий, эпохи, тем сложнее восстановить реалии прошедших лет. Проекты будут размещены органами местного самоуправления на официальном сайте в сети интернет в течение 10 дней со дня размещения. Жители города и района смогут проголосовать за один из них. Мы плавно готовимся и идем к тому, чтобы достойно встретить очередную дату Великой Отечественной войны, победы Великой Отечественной войны 9 мая. И будем делать то, чтобы память ахтубинцев, жителей Ахтубинского района сохранялась, приумножалась, и мы знали и понимали, и какой ценой далась эта победа именно нашим населением, именно ахтубинцами. Какая-то малая часть именно наших вот людей, наших предков, которые именно здесь жили в свое время и защищали нашу родину. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. К другим новостям. В школах района в этом году за парты сядут 7,5 тысяч мальчишек и девчонок, в том числе около 800 первоклассников. Сейчас они готовятся к учебному году, вместе с родителями приобретают учебные принадлежности, форму. По подсчетам аналитиков, сборы ребенка в школу обходятся в среднем от 3 до 5 тысяч рублей. А ведь в некоторых семьях бывает сразу по 2, а то и по 3 школьника. Проблемой прониклись депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Они предложили ввести первосентябрьский капитал, соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Тем временем специалисты Роспотребнадзора включили горячую линию, куда бесплатно может обратиться любой гражданин, если появилась претензия к качеству детского школьного товара.
Школьники особо не спешат думать о предстоящей учебе. А вот их родители к 1 сентября вовсю готовятся. Заглядывают в магазины и подсчитывают расходы, связанные с новым учебным годом. У меня есть дочка, которая закончила 4 класс. В 9 школе учится, в 5 перешла. И мальчик, сын Арман. 8 закончил, 9 класс перешел. Сейчас мы готовимся к 1 сентябрю. И вот в связи с этим надо вот купить для детей необходимые канцелярские принадлежности. Ручки, циркуль, фломастеры, тетради, дневники. И планируем уложиться в какую сумму? Примерно около 10 тысяч. Туда же ходят и портфели, потому что портфели тоже где-то 1,5-2. Львиная доля расходов приходится на школьные сумки. Рюкзаки сегодня, как говорится, на любой вкус. Самых разных цветов и размеров. Однако это не главное, говорят специалисты. Внимание нужно обращать на качество товара, а также на то, насколько удобен рюкзак для ребенка. Во-первых, родители должны помнить, что пустой ранец без учебников не должен превышать вес 1 килограмм. Что размеры ранца должны по ширине не выходить за плечи ребенка, и при надетом состоянии нижний край должен быть на уровне талии. Ранцы, конечно, лучше приобретать с анатомической спинкой, с твердым внутренним каркасом и мягкой внешней обшивкой, чтобы ширина лямок была 5-8 см и S-образная формы, повторяющие изгиб плеча для ребенка. Оптимальная форма ранца – это прямоугольная. Заполненный портфель он должен хорошо держать форму и не деформироваться под весом вещей. Материал, тут уже прочный полиэстер с водоотталкивающей пропиткой, тут любое. Замки, желательно, должны быть застежки очень удобные и в идеале два замка, чтобы ребенок, если один сломался, было удобно открывать двойным. Все детские товары у нас сейчас декларируются, они должны сопровождаться декларациями соответствия. И покупатель, приобретая товар, вправе потребовать у продавца данную информацию. Бумажный документ, в котором написано, что данная продукция прошла исследование и соответствует требованиям технического регламента. Все товары, они должны быть маркированы. Это либо вкладыш, либо на упаковке пропечатано, либо маркировочный ярлык прикладывается. Но информация должна быть доведена до потребителя. Где будет стоять знак, что он соответствует техрегламенту. На маркировке также должно быть четко доступно на русском языке написано наименование данного товара, изготовитель этого товара с указанием его адреса, дата изготовления этого товара, при необходимости сроки реализации этого изделия и срок, гарантийный срок годности этого товара. То есть, если что-то не устраивает, чтобы человек мог подать претензию. Я очень часто покупаю те же самые ранцы, потом начинают жаловаться, что два раза ребенок сходил, и он весь развалился. Но при этом на ранце нету ни маркировки, ни изготовителя, где они шились, в каких цехах они шились. Родителям понравилась дешевая цена, они купили, а потом начинают жаловаться. Второе место по расходам занимает школьная форма. И тут родителям тоже есть над чем задуматься. Костюм может быть с виду простым, а может быть стильным и модным. Важно, чтобы одежда не вызывала дискомфорт. Шита была из воздухопроницаемой ткани. Ведь ребенок проводит в форме в день несколько часов. Школьная форма сейчас каждая школа берет для себя отдельную форму. Единственное, опять же, смотрите по качеству товара, чтобы ребенку было удобно, чтобы это не была игольная синтетика. А так, в общем-то, фантазии у всех разные. Единой формы сейчас нету. Но когда шьется, у нас также одежда, она соответствует должна требованиям технического регламента. Материалы, из которых она шьется, должны соответствовать. Они должны проходить исследования и также иметь маркировку. Если это вы покупаете фабричную форму, если шьете сами, то уже тогда сами. С 19 августа по 2 сентября по всей стране заработала горячая линия. Специалисты Роспотребнадзора принимают вопросы по качеству детской продукции и школьных принадлежностей. В этот период, то есть до 2 сентября, организован единый консультативный центр, который работает по всей России, и любой гражданин может позвонить на этот номер. Это номер бесплатные звонки по России. Номер это 8 800 555 49 43. И получить консультацию, либо позвонить в наш отдел по телефону 512-34, либо 521-55. И также проконсультироваться по поводу покупки какой-то школьной принадлежности. И у нас в штате есть юрист, который консультирует по защите прав потребителя. Она занимается именно работой с потребителями в течение рабочего дня с 9 часов до 17.00. Она принимает в своем кабинете, либо по телефону 512-34. Обращайтесь, получите всегда исчерпывающую консультацию. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.
Для кого как, а вот для киноманов, пожалуй, самым любимым праздником является День российского кино. Его будут отмечать завтра, 27 августа. А вот самой долгожданной ночью является та, когда в кинотеатре можно смотреть 3 фильма подряд, да еще и бесплатно. Уже в 5-й раз кинотеатр «Победа» присоединился ко всероссийской акции «Ночь кино». В этом году около 700 ахтубинцев поддержали эту идею, в их числе Анна Яковенко. После заката солнца настоящие ценители киноискусства собрались в кинотеатре, чтобы посмотреть 3 выдающиеся русские картины. Уже 5-й год кинотеатр «Победа» присоединяется ко всероссийской акции «Ночь кино». В этом году около 700 ахтубинцев поддержали эту идею. Мы любим семьей ходить в кино. В принципе, каждые 2 недели мы, наверное, все премьеры наши. Я думаю, что фильмы подобраны очень хорошо. Именно для семьи. Я бы хотела, сейчас дочь и сын подойдет, то есть мы смотрим все 3. Придумали здорово, я считаю, что очень хорошо. Я сегодня узнала об этом первый раз, совершенно случайно. Как у вас впечатление? Чего ждете? Ждем большого количества людей, очень, чтобы было интересно, и все поддерживали друг друга. А фильмы знаете, какие будут? Домовой, да. Вот мы пришли на «Домовой». С мальчиками я пришла. Не видела ни трейлер, ничего не знаю, но думаю, что будет очень интересно. В кинотеатре показали фильмы, которые были отобраны на всероссийском интернет-голосовании. В этом году победителями стали картины «Балканский рубеж» Андрея Волгина. Поставлена задача. И если вы выполняете ее со мной, вас восстанавливают в армии, награды. И главное, вы возвращаетесь домой. «Домовой» Евгения Бедарева. Мам, люстра, смотри! И «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Если ты через 15 минут не будешь стоять одетый в прихожей. Что ты мне сделаешь? Я начну петь. Позабудь об этом дне! Спор не нужен никому! Эта акция, она пользуется популярностью вот среди ахтубинцев? Хочу сказать, что больше всего зрителей мы собрали в 1-й год. Видимо, это было такое как-то неожиданное, что-то такое новое. Вообще, люди интересуются, у нас и объявления в интернете, и все. Вы сами видите, люди приходят. Ведь кому это интересно, может быть, кого-то не совсем устраивают фильмы, может быть, еще как-то. Но вообще люди приходят и знают об этой акции, потому что это не 1-й год. Так как фильмы разных жанров, зритель смог выбрать для себя наиболее подходящий и прийти на него. А кто-то и вовсе просидел в кинозале все 3 фильма, а это, между прочим, около 6 часов. Основная задача акции – поддержка и популяризация российского кинематографа. Администрация кинотеатра старается всегда поддерживать различные всероссийские проекты. В этом году уже прошли показы уличного и документального кино, а также короткометражных фильмов. И теперь уже акция «Ночь кино» также позади. Зрители остались довольны, а детки ушли с показа не только с хорошим настроением, но и с красивым аквагримом. Анна Яковенко, Владимир Татаринов, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. И это все новости на сегодня. Хорошей рабочей недели и до встречи.